повышение пенсии, списание долгов с участников специальной военной операции, биометрия для иностранцев. Новые законы Российской Федерации, которые вступят в силу уже в декабре. Закон номер 391, подписанный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, предусматривает списание просроченных кредитов до 10 миллионов рублей для военнослужащих. Под списание попадают просроченные долги по кредитам, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности или было возбуждено исполнительное производство. С 1 декабря начнут собирать биометрические данные у въезжающих в страну иностранцев и лиц без гражданства. Эксперимент продлится до 30 июня 2026 года, после чего пропускную систему введут на всех пунктах пропуска через российскую границу. Биометрии будут собирать в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковском. А с 10 декабря для мигрантов изменятся правила сдачи экзамена по русскому языку. Граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет, ждет повышение пенсии на 8134 рубля. Пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в октябре или ноябре текущего года, получат проиндексированные пенсии также с декабря. Увеличится и пособие по уходу за детьми для некоторых групп граждан.